Рядом со мной Сергей Илюха, генеральный директор консалтингового агентства «Лига коммерсантов». Сергей, первый вопрос. Что вы делаете на выставке «Продэкспо-2020»? На выставке «Продэкспо-2020» я, как и на предыдущих 20 выставках «Продэкспо», налаживаю контакты. Ну, а в данном случае я провожу мастер-классы для закупщиков о том, как все-таки в нашей непростой ситуации найти общий язык с поставщиками и предложить им наиболее интересные условия, которые будут выгодны и сети, и поставщику. А нас смотрят очень много поставщиков. И скажите, на что в первую очередь обращают внимание вот как раз-таки закупщики? Закупщики в первую очередь пытаются себе ответить на вопрос, а зачем это мне? То есть представьте, сидит человек в офисе, никого не трогает, приходит поставщик и говорит, мы построили завод, вот, придумай, зачем тебе нужен мой товар. Вы как минимум должны показать свои преимущества, лучше, если дадите какие-то решения, еще лучше, если покажете выгоды от того, что с вами начнут работать. Если вы придете с выгодами, ну, ни один нормальный человек вам не откажет. Сергей, спасибо вам огромное. И заключительный вопрос. Как вы оцените вообще плодотворность вот «Продэкспо» на четвертый день? Ну, люди имеют свойство уставать. Надо правильно распределить свои силы. Поэтому физкультура, спортзал, меньше пить. Вот. Продуктивно можно отработать в любое время. И вот только что я общался с участниками Центра закупок сетей. И они сказали, что уровень поставщиков значительно возрос. То есть все-таки поставщики начали говорить о выгодах, и это отлично. Рано или поздно наш рынок станет цивилизованным, и люди начнут договариваться так, чтобы было выгодно всем. Сергей, спасибо огромное. Оставайтесь с нами.